Сегодня очередная распаковка посылки от сайта Мыло Опт. Сейчас очень плохо у них с доставкой. Заказы приходят аж через месяц после оплаты. Ну, в принципе, могу простить, может быть, потому что новогодние сейчас праздники, поэтому так происходит. Так, значит, в посылке у нас всегда идет лист с перечнем наименованием. Значит, тут я заказывала корзинку. Она, конечно, очень большая. Линейку. Сейчас я покажу на линейке, сколько она получается. Вот, смотрите. На 25 сантиметров. Очень большая. Я, конечно, не знаю, что я не глянула размеры. Может быть, там были что-то другое написано. Но она какая-то большая. Все, Дуся забрала. Так, значит, тут я заказала основу. Килограмм белой и 2 килограмма прозрачной основы. Заказываю основу я с Optima. Так, и это с Optima. Также я заказала килограмм лимонной кислоты. В хозяйстве всегда он пригодится. Я уже недалеко не первый раз заказываю. Кислота есть кислота. И теперь по мелочевке. Значит, заказала 5 емкостей. У меня племянница творческая тоже натура, занимается слаймиками, ей как раз то, что надо. Также для слаймов я заказала ей тетрабарат натрия сухой, его с водой разводишь, там правильная концентрация получается, и слаймы с ПВА, все получается. Дальше заказала глазики, это для моей крестницы, она игрушки шьет, начинающий мой маленький художник тоже. Заказала ей, чтобы ей не морочить голову с вырезаниями. Глазик наклеил и все. Дальше. Альгинат натрия. Перламутр серебряный. И перламутр зеленый. Так, теперь по душкам. Красная смородина. Риф коралловый. Я уже не первые разы это все беру, я уже знаю. Эфирное масло лимона. Так, роза от душка вообще мне очень нравится, российское производство, очень классное. И эфирное масло апельсина сладкого. Хочу сказать по поводу эфирных маслов, цена идет примерно такая же, как и у душек, но только вы сами понимаете, что концентрация совсем не та. И лимонный краситель. Краситель жидкий ультра, производство Германия, срок годности не ограничен. Кстати, первый раз встречаю, что был срок годности не ограничен. У всех есть срок годности, у красителей, от душек, и ну, оно потом дает свое. Так, ну, в принципе, все, это вся моя распаковочка. Ссылка на магазин будет под видео. Всем спасибо за просмотр, удачных покупок.